Слушайте, блин, оборжаться. Открываю тут с утра ленту новостей, а там в каждом втором пропагандистском издании громкий заголовок, да еще большими буквами. Рубль растет по отношению к евро и доллару. Думаю, ну надо же. Неужели ж правительство Медведева наконец обещанный рывок совершило? Тяжелеет, рубль-то укрепляется. Таким макаром и золотым скоро станет. Дай-ка почитаю какую-нибудь из этих статей, хоть гордости за национальную валюту хлебну пару галлонов, а лучше бы не настраивался. Доллар подешевел на 16 копеек, евро на 20. Вот даже не знаю, что и сказать-то в этом случае. Был бы я Киселевым, брякнул что-нибудь из разряда. Обрушились заморские фантики, в Штатах и Старом Свете запахло кризисом, ну а мы... Тут гадалки не ходи. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Но я не МС Дикей, да и вас всех, зрителей своих, уважаю, поэтому кайфовать от оргазма посредством маразма мы не будем. Мы ведь с вами понимаем, что 16, 20 и даже 50 копеек это никакое не укрепление билета Банка России. Так, стандартные колебания на биржевом сквозняке, поэтому продолжаем чесать за ухом и полагаться на высшие силы. Начинаем. А в Госдуре меж тем все-таки приняли закон об оскорблении чувств нифига не делающих, ну так называемый закон Клишаса, предполагающий ответственность за неуважение к представителям власти, в том числе. Голосование по данному документу состоялось в конце прошлой недели, интриги не случилось. Бешеный принтер сработал стандартно. Из 374 депутатов, присутствовавших в зале «за», проголосовали 332 человека. Угадайте, членами какой фракции эти ребята являются, против только 42 парламентария. Кто-то, конечно, может возразить, но это ведь пока только первое чтение. А что, у кого-то есть сомнения насчет второго и третьего? Я прям представляю, какой ажиотаж сейчас в букмекерских конторах творится. Полстраны гадает, примут, не примут. Сложнее только во время чемпионата мира по футболу было, когда болельщики реально растерялись, а вдруг наши и правда чемпионами станут? Ага. Теперь, что касается самого законопроекта, я уже говорил в предыдущих выпусках, что документ, в общем-то, смешон, поскольку дублируют статьи действующего законодательства. По сути, авторы его тупо передрали у своих предшественников и пытаются протолкнуть как что-то новое, мол, не зря свой хлеб едят, теперь вот еще и в Верховном суде вместе с Советом по правам человека при президенте трудам господина Клишаса экспертную оценку дали. Во-первых, сказали там, формулировки настолько размыты, что вообще непонятно, как привлекать к ответственности нарушителя. Что значит высказывание в неуважительной форме? Речь идет о неприличной лексике? А какой? Или о нецензурной лексике? Или о каких-то конкретных выражениях? Опять же, о каких? Во-вторых, дабы судебное решение хоть как-то соответствовало демократическим принципам, судье придется указывать в своем постановлении, какие именно обстоятельства свидетельствовали о том же неуважении обвиняемого, например, к обществу. Для этого придется привлекать каких-то специалистов, и опять каких? И, наконец, если закон будет принят в том виде, в котором он существует сейчас, он вступит в противоречие с декларацией о политической дискуссии в СМИ, не говоря уже о Конституции. Закон хороший, да. Пусть будет штраф за критику. Не критику, за оскорбление, а критиковать нужно. Прежде всего, нельзя в принципе как бы позволять себе грубых обращений никому. Я считаю, что власть, которая принимает подобные законы, боится. Госдура – это оскорбление? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это некое выражение такое, оно уже ставшее идиоматическим. Смотря в каком контексте считать и о чем писать. Дура, вообще слово какое-то нехорошее. Готовы ли вы отсидеть 15 суток за объективную критику Владимира Путина? Конечно же, нет. Наверное, да, если это объективно, если это правильно, если я убеждена в том, что я сказала. Если я буду критиковать Владимира Путина, то меня на 15 суток не посадят, потому что я буду его критиковать умно. Если честно, я очень люблю Владимира Владимировича Путина, я поддерживаю.
В общем, как у Михалкова. Старик посмотрел на корову свою, зачем я, буренка, тебя продаю, корову свою не отдам никому, такая скотина нужна самому. Вот и я послушал сейчас этих, как будто бы своих коллег, и хочется, и колется, и мама не верит, но анекдот, ребят, вот анекдот. Да, цензура – это плохо, но президента критиковать не надо, да и вообще никого критиковать не надо, надо, чтобы объективно и с доказательствами, ах, ну да. А объективно и с доказательствами, я так понимаю, это вот таким образом. Очень интересно посмотреть, кто там был. Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами. Конечно. Они все мажоры. Все такие стильненькие. А подумай, почему ребятки, они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров. Слушайте, а что мы тогда от депутатов и чиновников ждем какой-то человечности? Какого-то здравого смысла ругаем их зачем-то на кухнях? Да мы же сами такими темпами скоро начнем составлять и распространять петиции вроде «Дорогие слуги народа, плюньте в нас, пожалуйста, посадите на цепь, используйте как кегли в боулинге, лишь бы вам никто не мешал о России думать». Стокгольмский синдром это называется в психологии, феномен, когда жертва начинает испытывать симпатию и даже сожаление к своему агрессору, и вот что с этим делать? Это реальная журналистика, почем опиум для уродов? Тема сегодняшнего выпуска, поехали! А помните госпожу Гладских или Гладских в разных источниках по-разному, ну, которое государство вам ничего не должно? Так вот, у этой дамочки появились последователи, причем еще более безбашенные, то есть прямолинейные, я хотел сказать, простите, ой. А че лопочут, знакомьтесь, мадам Юденич, глава Совета по правам человека при губернаторе Подмосковья. Кино, которое вы увидите дальше, снято в городе Королеве, где Марина Андреевна встречалась с народом. На встрече, помимо прочего, обсуждался вопрос восстановления исторического квартала Наукограда, а денег, как известно, нет, и кто-то предложил, ну давайте из федерального бюджета средства на эти цели попросим, дальше сами слушайте. Ребят, вы так легко говорите, а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте из бюджета возьмем столько, вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать? Разумеется, что людей, опубликовавших данное видео, тут же обвинили в том, что слова вырваны из контекста. Сама госпожа Юденич потребовала от авторов публикации извинений, написав у себя на странице в Фейсбуке, что она совсем не то имела в виду. Мы понимаем леди-общественницу. Поэтому со своей стороны, например, спешим ее заверить, в данной программе мы тоже имели в виду совсем не то, о чем люди могли подумать, просто хотелось показать зрителям, что о них, между прочим, есть кому позаботиться. Не перевелись еще добрые люди, великий и могучий. А вообще, барышни в последнее время в ударе. Я о слугах, нет, неправильно, служанках, вот нашел нужное слово. О служанках народа я сейчас говорю. Приглашаю вас в Великий Новгород, где на днях выяснилось, что не каждая молодая мама может рассчитывать на материальную помощь от государства при рождении первенца. Там цена вопроса 100 тыр. Депутаты местные возмутились и сказали: до 29 лет, пожалуйста, а если женщина на пару недель постарше, ну какие деньги, тебе пошутила, что ли? И вот сейчас прочувствуйте этот момент, потому что далее будут аргументы. И, уважаемые коллеги, мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина четко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить. В кадре председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, педагог по образованию, кстати, и эта мадам почему-то уверена, если вам уже немного за 30, дуйте денег просить у прекрасного принца, если, конечно, он у вас есть. А не у чиновников клянчите, короче, ну зачем тебе старой вешалке деньги? Родила и уже радуйся. Кстати, у самой мадам Писаревой денежка-то водится, как выяснилось, несмотря на то, что депутатши вообще далеко за тридцатник. А в 2017 году старания Елены Владимировны в должности главного парламентария региона бюджет оценил в 2 145 тысяч рублей, а я тут про какую-то сотку для мамы бальзаковского возраста распинаюсь. Ой, дурак, откуда в новгородской казне такие деньги? Все ж на народную прислугу потратили. Ладно, закругляться пора, это была реальная журналистика сегодня вот так.
На моей страничке в YouTube ссылка сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь. На канал подписаться не забудьте, в соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Пятница, утро, я бегу. Все думают, что я спортсмен, а я к Лехе в ухо.